преддверии 28-й универсиады в Алматы в областном центре продолжается организация различных соревнований по зимним видам спорта. Так, более 100 тюменских школьников и учителей соревновались в лыжных гонках. Турнир провели на специальной лыжне, оборудованной в парке имени первого президента. Подробности смотрите в следующем сюжете выпуска. Зимние виды спорта сегодня активно развиваются, что подтверждает организация подобных соревнований. В нашей стране созданы условия для лыжного спорта. Так, профессиональная подготовка лыжников в нашей стране занимается в городе Риддер Восточно-Казахстанской области. Там действует специализированный интернат, где занимаются 14 актюбинских ребят. Сейчас активно развивается и фигурное катание. А с открытием Ледового дворца появится возможность популяризировать и другие зимние дисциплины. Отметим, что любовь к лыжному спорту актюбинских школьников развивают еще со школьной скамьи. Года два тому назад всем школам раздали лыжи, по 12 пар мы взяли. Все пришли со своими лыжами. Вот, скоро вот, в феврале месяце пройдет у нас спартакиада городская по лыжным гонкам. Недавно провели горспорткомитет лыжные гонки здесь, в этом парке президента. Лыжи должны развивать, потому что у нас в Актюбинской области 6 месяцев зимы, не отражу у нас. Лыжные, зимние вы должны обязательно развивать. У нас вон, в школе залили каток. Чемпионат города открывается в нашей 28-й школе. Всего в соревнованиях по лыжным гонкам приняли участие 120 человек. На лыжи встали представители практически всех городских школ. Мы много раз участвовали в таких соревнованиях. Наш учитель физкультуры проводит в школе тренировки. И результаты этих тренировок видны на таких турнирах. Мы постоянно занимаем призовые места. Отметим, что в турнире принимали участие не только школьники, но и педагоги. Для них это не только ведение здорового образа жизни, но и возможность на своем примере привлечь ребят к занятию спортом. Наши педагоги постоянно принимают участие в соревнованиях по зимним видам спорта. Таким образом, мы стимулируем наших учеников. Ребята учатся на нашем примере, и возраст такому времяпровождению не помеха. На улице прекрасная погода, снега много, поэтому призываю всех актюбинцев активно заниматься зимними видами спорта, тем более в преддверии проведения первых в нашей стране всемирных студенческих игр. Напомним, зимняя универсиада в Алматы пройдет с 29 января по 8 февраля. Спортсмены из 55 стран будут соревноваться по 12 зимним дисциплинам. На всемирных студенческих играх Актюбинскую область представит лишь одна спортсменка. В конькобежном спорте выступит хромтаучанка Мария Сизова. Николай Сырбов, Миржан Аманжолов, Казахстан, Актюбе.